Друзья мои, всех приветствую и поздравляю с праздником Крещения Господня. Приехала в Раифский Богородицкий монастырь, есть у нас такой недалеко от Казани. Приехала за святой водичкой, а тут такая красота изо льда и снега. Ледяные фигуры словно из хрусталя. Хочется и смотреть, и дотронуться рукой. Но как такое возможно изваять из куска обычного льда? А здесь прям застольная композиция. Самовар кипит, уходить не велит. А снежные фигуры. Вот эта фигура ангела впечатляет многих. Здесь больше всего желающих сфотографироваться на фоне нее. Но неужели и снега? Небо-то какое сегодня. Идем к колокольне. А вот здесь люди стоят за святой водичкой, и очередь весьма внушительная. Детишки катаются с горок, а я направляюсь через ледяную арку к купели. Может, мне повезет, и я увижу желающих в минус 12, а по ощущению минус 18, искупаться в этой купели. И мне повезло. Ждать пришлось недолго, и тут, как говорится, без комментариев. Хочу еще посмотреть вон те ледяные фигуры поближе, туда и направляюсь. Ну как же красиво на фоне солнца смотрятся эти лебеди, символ любви и верности. Вот такой мини-влог, которым мне очень хотелось с вами поделиться.